Всем привет, ребят! Сегодня хочу сказать, поставил я на Mercedes сигнализацию с автозапуском. Вот, установил я там у людей, поставили сигнализацию. Сигнализация называется Jaguar G4000 RS. Я вам покажу, как сейчас работает и так далее. Вот, хотел все же отдать электрику, чтобы он мне сделал стандартную, который, ну, центральный замок, вот этот икпорт и так далее, чтобы работал. Но что-то у кого не спрашивал, все непонятно, что говорят. То говорит, она плохая, она, то говорит, хорошая, попробую ее сделать и так далее. Здесь у нас получается стоит автосигнализация, центральный замок, вот такой икпорт. Вот, уже с брелком. Ну, брелок такой, кнопочка вот посередине. Так, ну, что цвет вырубило, ходил, щиток выбило. Вот, и у кого не спрашивал, все говорят, то хорошая сигнализация, то, говорит, переставь другую, возьми, говорит, блок убери, поставь нормальную, поменяй. Короче, слушал, думаю, устал тоже бегать, она у меня не закрывается, перестала закрываться, и все. Короче, взял, решил поставить вот такую вот сигнализацию. Сейчас я вам все покажу. Вот, поставил вот такую сигнализацию Jaguar G4000 RS. Сигнализация хорошая, еще в свое время покупали, наверное, года 3 назад ее покупали. Вот, что-то там 1012, что ли, она стоит. Как бы все есть к ней. Вот, поставили, вытащили мы здесь, в принципе, здесь мы так оставили это зеркало. Вот, как я сам не стал подключать ничего, решил, короче, отдать электрику. Нашел хорошего электрика, который занимается всем. Он занимается в основном лачете Шевроле, но взялся за Mercedes и, в принципе, поставил, довольно хорошо работает все и так далее. Проблем пока нету. Что из сложности было, это подключить двери, потому что здесь дверь. Не электронно, а вакуумник стоит, который отпускает уже сами защелки дверей. Вот. А искали они долго провода, но все же нашли, подключили, сделали грамотно. Сзади одна дверь левая не закрывалась. Из-за того, что там внутри дверях стоит такой небольшой бочонок, он как вакуум, даже не знаю, как он там называется. К нему подходит трубка, которая закрывает. Я разобрал его. В принципе, там особо внутри ничего нету. Там закрыть, открыть, вот как-то он вот так ходит, да, под давлением. Его что-то почистил, подул, там подогнул, там сделал как-то. И сейчас раз, поставил обратно, все закрывается. Как бы все отлично. Думал, надо его сейчас покупать, это искать, заказывать. Нету, работает. Что еще хотел вам сказать? Сейчас покажу, как, в принципе, работает эта сигнализация. И дальше там уже расскажу, что там купил, заказал. В принципе, сигнализация довольно простая. Вот закрываем дверь. Вот на такую кнопочку жмем 3 секунды. И машина заводится. После чего она пропипикает 3 раза. Если вот вы находитесь где-нибудь дома и так далее. Машина пропипикала 3 раза. И на
пультике собрать связи, он будет играть музыка. Значит, завелась. Вот мы смотрим, нажимаем. 3 секунды. Раз, два, три. Вот, она запиликала. Завелась. Вот, все, проиграла музыка. Машина у нас закрыта. А нет, открыта, я ее не закрывал. Ну, в принципе, ничего сложного. Подходим, когда она прогрелась, мы подходим ее, нажимаем на кнопочку, она открывается у нас, машина. Открываем дверь. Закрываем, садимся в машину. Берем, вставляем ключ. Положение зажигания. И нажимаем мы тормоз. Нажали. Все. Она пропипикала. Автозапуск выключился у нас. С Китая. Вот. Ну, про сигнализацию, в принципе, я вам показал. Вот. Как будет дальше работать, будем смотреть. Пока все отлично. А, что дальше? Заказал я с Китая бесключевой доступ, кнопку старт-стоп. Вот чтобы вот без этой у меня было, потому что он уже не нужен. Как бы ничего с него не работает. Сигналка не работает. Так он моргает. Вот. Ну, а так, ну, а на зеркало не работает. Вот хочу избавиться, она уже не нужна. Но оставить придется, потому что у меня личинки открываются. Положу дома или с собой куда-нибудь уберу в сумку, пусть лежит. Вот. Заказал кнопку старт-стоп, хочу установить ее сюда на Mercedes. Устанавливается она довольно просто, я не скажу, что она сложная. Придет, я вам буду ставить, либо отвезу ее к электрику, потому что я, честно сказать, в электрике не особо. Вот. Больше там по покраске, по жестянке, а в электрику как-то не сувался. Ну, могу там музыку установить, там, не знаю. Но чисто только для себя, другим как-то особо не делаю. Либо, может быть, сам попробую установить ее, может быть... повезу к электрику, тому же буду устанавливать кнопку старт-стоп без ключевого доступа, она более и симпатичнее будет смотреться и так далее. Еще заказал парктроник задний тоже, все это там на китайском сайте недорогое, ну говорят хорошее, вот заказал, тоже придет, буду ставить, буду снимать, показывать. Парктроник тоже буду сам ставить, там его несложно. Вот. Ну и в принципе, ребят, все. Все, что хотел вам сказать. Видео сейчас немного задерживается, много работы. Поэтому машины тоже стоят, ждут. Ну вот, сейчас как возьму машину какую-нибудь, буду делать, буду снимать, все показывать, рассказывать. Ну, в предыдущем видео я вам говорил про печку, куда мы установили и так далее. Печку мы поставили, я ее проверил, гараж отапливает нормально. Конечно, надо немного подождать. Вот у нас тут ночью было что-то 0 градусов, очень холодно, я ее разжег, растопил, навез дрова, он сзади сложил все сзади, вот печка, дрова, вот сложил все. Место, ну так, разобрался. В гараже место побольше стало. Осталось нам сделать потолок, утеплить. Потолок сзади, вот который здесь будем покупать. Сейчас надо вот до зимы это все сделать. И в принципе, как бы все будет. Печка нормально топит. Если сейчас еще потолок утеплить, то вообще Ташкент будет. Я думал, она не справится, будет как-то не так. Но мне понравилась, хорошая печь. Вот. Ее расчегарить, она вообще тут жара будет.
посмотрим, как она себя в морозы, конечно, покажет. Если будет плохо показывать себя, то тогда мы уже будем что-то менять, что-то докупать и так далее. Будем ставить батареи, уже буржуйку нормальную печь, либо газовую, либо водяную и так далее. Пришли мне запчасти. Сейчас я вам покажу. Я заказал, помните, я разбирал, снимал вам этот, как его, диски тормозные, съемка была, как они меняются и так далее. Говорил то, что у меня эти колодки не те пришли. Ой, сейчас настрою. Вот, вот. Пришли они вот в коробочке такие. Сейчас достану. Вот тут такие у нас получается они колодочки сами небольшие. Там мне пришли тогда с одним ухом вот таким. Вот здесь он посередине был. А надо вот с двумя. И заказал еще ремкомплект для суппортов. Тоже хочу поменять, потому что они там, не знаю, еле ходят. Тормозит, но как-то мне не нравится. Решил, короче, поменять. Вот у нас резиночки, прокладочки, сальнички всякие. И два поршня. И в другой коробочке. Вот такие. Вот буду ставить. Ну, там масло. Вот это. И там в комплекте заглушечка. Не заглушечка, а вот это болтик, который прокачивает тормоза. Вот он. Вот так. Пришел мне, ребят, еще фильтр тоже, я сказал. Хочу поменять масло. Вот. Такой вот амбошевский фильтр заказал. Вот. Он там, ну, бумажный на Мерседесах. Сейчас я вам покажу. Вот такой он. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все. Сейчас как видео будут, машинки пригоню, буду снимать, буду выкладывать. Сейчас просто пока на работе очень много работы, на своей, которой я работаю. Поэтому некогда, приезжаю каждый день почти в 11-12 часу ночи. Сейчас подутихнет и пойду дальше съемки. Буду вам все показывать, рассказывать. Кому интересно, смотрите. Кому не интересно, проходите мимо. Вот. Все, ребят, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!